Добрый день, друзья мои! Сегодня праздник. Яблочный спас. Фома Петрович присоединяется ко мне и поздравляет вас всех с яблочным спасом. У меня на сегодня пирожки с яблочком. И вот такой яблочный, яблочно-смородиновый салатик. На обед у меня вот такой рабочий крестьянский супчик. Простой, но очень вкусный. У меня оставался маленький кусочек колбаски. Я его мелко-мелко, прямо очень мелко нарезала, обжарила с перцем красным, помидоры, лук. Морковки нет. И вот такой вот с рисом и, друзья мои, с клёцками. Так, где тут у меня клёцочки? Вот такие вот клёцки. Делала вареники, и вот у меня тесто осталось. И вот получилось вот такой вот великолепный лёгкий супчик. Я же говорила, что будем выкручиваться как можем. Ну, здесь, конечно же, у меня кофеёк с яблочными пирожками будет. Вот Фома Петрович тут сидит с ранеточками вкусненькими, с конфетками. Так что сейчас попробую супчик. Друзья мои, очень даже вкусно. Очень даже вкусно. Хлеб не буду отрезать. У меня есть хлеб. Вот два пирожочка. Суп с клёцками, рисом, сметанки немножко, картошечка свежая. Друзья мои, ну знатный обед получился. Кто сейчас за столом, всем приятного аппетита. Повторюсь, с праздником, с яблочным спасом, дорогие мои. Всем хорошего дня. Пока-пока.